Привет, друзья, с вами Неломоп. У меня все в порядке, правда, немножко закашлялся. Что мы будем делать сегодня? Вы, наверное, узнали, а может быть не узнали. А кто не узнал, я вам скажу. Это Альфа первая. Мне пишет Светлана Богданова. Спаси бабушку в Альфе 1, привет, сосед. Еще найди зомби манекена, который светится фиолетовым светом в Альфе 3. Что за зомби? Я не знаю, что она просто имеет в виду, что про каких зомби она мне пишет. Но я знаю, там есть все фиолетовые цвета в окне вверху светится. Потом фиолетовый цвет еще... Это от лампы. Вы все знаете, там делом. Но там же нету зомби. Может быть, я что-то путаю, и вы напишите в комментариях мне насчет этого вопроса. Потом пишет мне канал Ярика 2. Бабушку надо. Ему нужна бабушка. Ну, раз надо бабушку, значит, бабушку надо. И Светлана Богданова пишет в Альфе первую в гробу бабушка Сьюзи. Я ее спрашиваю, надо ли ее спасти. Она говорит, да, Сьюзи будет рада. Ну, для начала мне нужно как-то решиться на этот поступок. Решиться на этот поступок. А это... Поверьте мне, это не так-то и легко. Сейчас мы будем пробовать это все совершить. Сначала мне нужно залезть, конечно же, в дом. Все тут пооткрывать, все красивенько приготовить, коробочки взять, какие-то предметы занести в дом, чтобы... А, свет включить. Потом нужно сюда в коробки сбросить и переночевать. Вот и наступил новый день. Все отлично, все чудесно, и мы идем на охоту. Вернее, не мы идем спасать бабушку. Сьюзи! Сьюзи, где ее бабушка? Ее нужно спасти. Покажется, меня засекли! Сосед, убегаем. Он какой-то слишком медленный. Мне кажется, что он даже мне не стоит, если я буду тут возле его перед носом бегать. И вот он бежит. Ну, бегай. О, Сьюзи! Привет, Неломоп! Сьюзик, что ты тут делаешь? Давай домой собираемся. Ой, вот он. Так, сосед, по-моему, он как-то тупит немножечко. Ну, мы его сейчас надорим и убежим от него. Сьюзи, бежим. Неломоп, ты должен спасти мою бабушку. Конечно, спасем. Пока что здесь полежи, поотдыхай, а я... Ты тут, короче, лежи, отдыхай, а я бегу за твоей бабушкой, мы сейчас ее спасем. Так что крепись, держись, все будет хорошо. Так, ну, на всякий случай, держи замок. Если что, бросишь соседа замком. Так, Сосед! Неужели он побежит к Сьюзи? Сьюзи, я отвлеку его, Сьюзи! Нет, не забирай мою Сьюзи! Куда ты пошел? Куда ты? Уходи, Сьюзи, прячься! Что происходит вообще? Почему он такой глупый? Надо быстрее надо спрятаться. Вернее, не спрятаться, нужно как-то отключить отопление и найти... способ проникнуть на второй этаж. Где сосед, я не знаю, куда он сейчас за мной гоняется. Сьюзи там уже, наверное, вся вспотела от страха. Капканчик. О, вот он бежит за мной, мне нужен колокольчик. Опа, я его надурил. Я, кажется, убежал. Колокольчик мне нужно, чтобы повесить в под... Ой, он опять за мной бежит. У меня в глазах аж стало все мыльное. Нужно быстрее убегать. Где он? Так, колокольчик нужно повесить. Я помню где. Бежи быстро! Я помню. Нет, здесь, не здесь. Колокольчик вот тут вешался. Колокольчик вешался вот здесь. Есть, колокольчик повесили. Но он сейчас может меня словить! Он вот, убегаем от соседа. Капкан, аккуратно, обходим капкан. Где он? Получай табуреткой в голову. Его не берет табуретка, ему вообще ничего не страшно. Нам нужно как-нибудь проникнуть теперь и спасти бабушку Сьюзи. Так, подождите, фонарика, может быть, мы его сейчас заслепим. Иди сюда. Так. А теперь быстро бегаем и бежим спасать Сьюзину бабушку. Так, заходим сюда. Так. Лом, лопата, вернее. Лопата, убери же, убегай. Он, наверное, уже за спиной у меня. Нет, ну не за спиной. А где же он? А вот он. Нужно его снова выманить на улицу, чтобы он за мной как бы погнался, а я где-то спрячусь тихонько. Давайте сейчас залезем, может быть, сюда на машину, тихонько, только кто стянет как-нибудь. Вот он бежит. Так, значит, пока он будет вот здесь чухаться, мучиться, пучиться, мы быстренько оббежим его и попробуем быстренько вскопать бабушку Сьюзи, она же там бедненькая. Скрываем, берем Сьюзину бабушку. Где сосед? Я не знаю, где сосед. Где он? Вот он, соседушка, ты меня не поймаешь. Ой, или поймаешь, но нужно убегать быстрее. Кажется, мы с этим делом справились. Да. Сьюзи, вот бабушка. Ой, Сьюзи, куда-то она пропала, она же здесь была, вот она.
Сьюзи, я не знаю, ну, бабушка твоя застряла в потолку, что делать будем? Какая-то фигня, нужно что-то предпринимать. Сьюзи, доставай твою бабушку, она застряла в потолку. О, сосед! Значит, что еще нужно было сделать? Миломоп, ты должен принести буквы! Какие буквы, я не понял. Буквы принеси, бабушка любит математику и... Так, что ты там несешь вообще? Буквы принести, господи, эти женщины. Женщины, им постоянно что-то надо от меня. Так, давайте искать. Где же... А, вот тут какие-то буквы были. Буквы, буквы, буквы. Фонарик не нужна, лопата не нужна, крышка не нужна. Буквы, буквы, буквы и цифры. Буквы, 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 цифры, буквы. Бабушка любит считать, сказала Сьюзи. Ну, ладно. Это забираем, это выбрасываем, цифру подбираем. Все, надеюсь, мы сейчас выберемся. Там был, можно было про Сьюзи. Бежи, к Сьюзи, бежи! Не обращай ни на что внимания, убегай. Так, ага, тут, значит, табурет еще один. Быстренько подбираем цифру и бежим домой. Вот здесь мы можем спойти и спуститься. И все. Фух, ну это, конечно, получилось очень все экстремально. Но надеюсь, сейчас мы еще забросим им цифры и будет все в порядке. Так, цифры, держите, это вам играться с бабушкой будете. Но бабушка не хочет просто принципиально с нами... это самое. Возвращаться в семью, бабушка. Я нажимаю букву, подпрыгиваю. Она просто не хочет возвращаться в семью. Попробуй, может быть, по коробке поставить. Сьюзи, ты не двигайся. Твоя задача выполнена. Ты лежишь, охраняешь дом. Ты сегодня у нас как собачка охранная. Так. Так. И вот сюда. Сьюзи, ты стой пока в углу. Ну ничего себе, и ты тоже начинаешь глючить, Сьюзи. Ну когда ты уже успокоишься? Так, сюда. Вот так. Все. Теперь залазим, залазим выше, попробуем сесть. Оп, получилось. Вот так. Не получается. Почему? Потому что я под потолок. Видите, нету. Но тут, в принципе, тоже нету. То есть Сьюзи и не должна, когда при наведении курсора не должно увеличиваться. Не должно, кружочек не должен увеличиваться. Но он не берется, бабушка не берется. Ну, что я могу вам сказать? В принципе, задача моих подписчиков, челлендж выполненный. Мы спасли бабушку, Сьюзи на карауле стояла, и мы принесли много букв, чтобы ему не было чем поразвлечься. На этом мы, пожалуй, и закончим сегодняшний ролик. А с вами был Неломоп, и до скорых встреч! Пока-пока! Кстати, если вы поставите лайк, я буду вам благодарен. Теперь пока, пока-пока! Подождите, еще надо на прощание, я должен для вас пощёрбать кофе. Все, теперь точно все. Пока.